Самаре в честь столетнего юбилея пожарных поездов открыли мемориальную доску. В митинге участвовали представители Куйбышевской магистрали, Главного управления МЧС России по Самарской области и сотрудники и ветераны ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Пожарные поезда оказывают содействие в ликвидации ЧС не только на железной дороге. Так, спецсостав станции «Самара» летом 2020 года помог потушить пожар на складе лакокрасочных материалов. Его зона обслуживания порядка 200 километров, а готовность к отправлению с места стоянки в любое время суток всего 10 минут после получения приказа. Ежесуточно в подразделении дежурят порядка 100 человек. Я хотел бы сказать слова искренней благодарности нашим пожарным, которые уже целый век своим примером являются для всех, я считаю, примером мужества, примером бдительности, профессионализма на объектах железнодорожного транспорта. Профессионально выполняют свои обязанности по профилактике пожаров, не раз показывали свой профессионализм при ликвидации чрезвычайных ситуаций.